Кто обитает в реках еврейской автономии и почему важно сохранить водные объекты, узнали учащиеся 8-й школы на экологической эстафете. Она проводилась в рамках Всероссийского дня воды при поддержке государственного природного заповедника Бастак и Амурского бассейнового водного управления. В этот день напоминание о том, что надо бережно относиться к одному из самых важнейших природных, так сказать, чудо природы – это к воде. Бережно относиться к водоемам, к озерам, рекам, болотам. Еврейская автономная область, она богата и реками, и озерами, и болотами. И этот праздник, Всемирный день воды, он традиционно проводится на протяжении уже многих лет. Школьники путешествовали по станциям, где им предстояло ответить на вопросы о природе ЕАО. Всего таких точек было 7, как и команд. Выполняя задания, ребята не только проверили свои знания, но и узнали много нового. Узнали много разных рыб, которые я не знала лично. Там очень много, например, где рыбалка, там был это... Короче, в общем, вот так как-то... Змееголов, вот, я узнал. Змееголов, вот. По-другому змея. Как отметили специалисты заповедника Бастак, День воды – это повод напомнить каждому жителю Земли о бережном отношении к водоемам и о необходимости рационального использования природных ресурсов. Познавательные мероприятия, организованные экозащитниками, ранее прошли в ряде других образовательных учреждений Биробиджана. Дарья Куприна, Богдан Патрин, Новости 21.